здесь самое яркое событие, которое происходит раз в год. United Drift Challenge. Привет, расскажи, как тут все происходит? Очень круто. Этот ивент можно считать юбилейным 10-м, и он лучший за всю историю украинского дрифта. У нас 47 участников, у нас 7 иностранцев, причем самых топовых. Такого не было никогда. Привет, Никита, как Привет. Ты сюда попал? Я сюда приехал судить по приглашению Макса Миллера на такое важное, единственное в году мероприятие, которое он делает. Расстроился, что ты не участвуешь? Расстроился. Я смотрю, как пацаны едут, но я чуть-чуть повредил свой автомобиль, и поэтому не смог. Я буду думать о следующем годе, чтобы обязательно приехать. Обычный гость. Я сегодня вылетела в 5 часов утра. А за границей нет таких мероприятий? Почему ты приезжаешь к нам? За границей там они рукожопы. И куча всяких запретов, то нельзя, это нельзя. Вот так сделал Кремец, тоже нельзя. Как сделал Кремец? Ну, она очень громкая. Я бы вот ездила бы на ней и показывала всем и полицаям в Германии вот так. У тебя такая наколка. Я так понимаю, это Денисма. Да, это Денисма. И так как дрифт должен быть парным, то когда-то у меня на этой ноге тоже кто-то будет. Сложно ли быть механиками в No Motors? Нет, совсем легко, все просто. Нет, не сложно. Я знаю, что ты часто разбираешь и собираешь машину. Зачем ты это делаешь? Мы перед гонкой всегда дефектуем машину, чтобы узнать, что-то сломалось или нет. И сразу это устранить, чтобы на гонке нас это не волновало. Какие самые каверзные моменты были, что надо было быстро отремонтировать, и вы справились? Смогли в течение часа снять, разобрать, назад коробку, собрать и установить внутри, да. Назад коробку с Самсонов. Я рад, что сегодня собрался такой звездный состав. Я сегодня катался с Серегой Саком. Сильная у него тачка. Гоч, что-то так и не получилось. С Кристапсом посмотрим, может, где-то в сетке там встретимся. Почему ты сегодня гость, а не участница? У меня жестокого Nissan, и я не могу пока участвовать в про-этапах. Я знаю, что ты еще участвуешь в драге. Что тебе больше нравится, дрифт или драг? Я готова участвовать во всех типах гонок, но дрифт – это мое все. Это от дрифта, да? Дрифт – это не так безопасно, как мы думаем. Мама, нет, все нормально, все безопасно. Пока вот прошли чудесненько топ-32. Трасса нормальная, ходовая, постановка хорошая, 100, ну, я думаю, от 130 до 160 км в час. Можно, конечно, если разогнаться больше, то 170-180 ставится здесь совершенно спокойно. После перекладки бетон такой, всегда летишь туда, думаешь. Ты сюда добрался? Какие были приключения? Это заняло у нас 20 часов, и спасибо организаторам, что они помогли пройти таможню, нам сделать дипломатические коридоры, и мы просто за час прошли. Ты пилот Формулы Дрифт. Да, это мировая лига, самая сильнейшая, и я могу сказать, что за эти 3-4 года, которые мы там, наш уровень намного вырос. И... А ты всегда вот так стараешься, вот каждый заезд со слабым пилотом, с сильным? Как только расслабишься, так сразу проиграешь. Так. Всегда собранный? Да, собранный. И сконцентрировался на заезд и сделать максимум. Мы все знаем имена людей, которые между собой в такой дикой-дикой зарубе. Скажи, а какого пилота ты не любишь? Грини мне не нравится, надоел уже. Сам он мудак. Сколько раз в году вы проводите с ним шоу? Шоу 20 у нас есть в году. У них со словом миром было один поддел другого, а этот идиот спустя неделю выступал. Чепа, допустим, с Алюком друг друга в заезде не любят, но при этом они едут вместе в Венгрию, и Чепа помогает Алюку, колеса меняет, и в рацию ему говорит, как он едет. Кого вы из пилотов не любите? Без фамилии скажу пилотов, которые едут на сейве. Да я его не сильно люблю, но это... А я Нортона люблю.
Наверное, наших пилотов не любим. А, и вы их ругаете? Конечно, ругаем. Особенно, когда они начинают бампера терять на трассе. Постоянно, вечно. С кем я ссорюсь? Да. Ну, я не знаю, они как бы меня все любят, поэтому мне ссориться-то не с кем. А кого вы не любите? Кого я не люблю? Я своих механиков не люблю. Просто они механики, они все полтергейсты. Чуть-чуть. Если они это услышат, они меня в бетон отправят. В принципе, все киевляне не очень любят одесситов. Ну, все же все знают про всех пилотов. Когда выезжают ребята из Киева или из Одессы, я в любом случае болею за земляков, за молдаван. Про кого ты можешь сказать плохо? Про всех, про Айка, про Шикова. Сегодня поссорился, ну не то, что поссорился, я там, может быть, слишком грубо высказался, и они... А что ты сказал? Я сказал, что не дураки. Есть пилоты, которых ты не любишь? Нет, я не люблю плохой дрифт. А вот как понравится судье, вот, чтобы он так за тебя был? Наверное, не знаю, обнимать, может быть, конверт дать или что-то еще. Обнять, да? С кем ссоришься ты? Я уже стараюсь ни с кем не ссориться. Периодически бывает, закусывает, но... Но потом друзья. Не всегда. Я просто эмоциональный человек, могу и не всегда совладать своими эмоциями. Это есть эмоции, если они есть, значит, мы и живи. Фигурное катание – это очень эмоциональный спорт, потому что... Дрифт – это фигурное катание. Да, это фигурное катание только на машинах. Почему так? Расскажите. Ну, у меня все просто. Я проехал квалу выше, чем даже я хотел. И не выехал ездить парные. Три человека собирали всю ночь, вечер и утро машину. Разбил и сзади, и спереди. Руслан, а у тебя что случилось? А у меня все намного проще. Я просто лошара. Да, я не рассчитал скорость. Впереди пилот ехал немного медленнее. И я на нервах хотел близко и ударил его. А это делать было нельзя. Одну секундочку, там заезд донца, мне надо это поставить. Донцов хорош, очень широко, большой угол, тупо по судейскому заданию. Резкая перекладка, сзади Косогов, вылазит вовнутрь. Все. Донс развалился об стену, и походу, раз все уже хлопают и кричат, значит, из 10 машин всего техпарка ему слепили обратно его тачку. Предложил свою помощь? Я не только предложил, а открутили у меня какие-то рулевые рейки, еще что-то. Тормозной диск у Серого взяли, привода у Грини. Из всех одесских машин слепили одну хорошую. Алексей Головня. Хороший флип, какая скорость, что происходит? Андерстир Угочи. Он прямо к нему в базу должен прилететь. Вот это дурдом. Ай-яй-яй. Ну расскажи, как с Гочей ехать? Слушай, я на самом деле безумно рад. 2 года в РДС ездил с Гочей, так получалось, что я ему постоянно проигрывал. Поэтому для меня это не просто продвижение по соревнованию, а и такая для себя небольшая победка. Какие вот вообще были ощущения? Тут уже трудно понять, сейчас уже такое состояние, оно взбудораженное. Ну просто пытаешься сконцентрироваться на проезде, вспомнить, какие важные точки тебе на трассе нужно учесть. А тебе не мешали вот эти переживания? Я еду с Гочей, я еду с классным пилотом. Само собой накладывают свой отпечаток, но в этом и заключается опыт, когда ты можешь с этим совладать. Так как у меня дрифт – это еженедельная работа, уже 3 года подряд, а вот сегодняшняя гонка меня опять вдохновила, я могу продолжать свой сезон. Я всегда усердно работаю, я прикрываю все бока, как и вся наша команда. У нас Миллер все время вещает в микрофон. Матюкаться можно? А мы ебашим. Мне приятно, что столько людей посетило наше мероприятие сегодня, что такие крутые пилоты к нам приехали. Мы понимаем, для чего мы это делаем. И
Ну что, расскажи, как ощущения? Ощущения неожиданные на самом деле. В финал-то я точно не планировал пробираться. Но моя задача была классно, кайфово покататься, как всегда. Было мне нехорошо, когда с сокомандниками ехал. Вот сначала нехорошо. С Денисом, с Клещевским, потом с Сергеем Исаком. Но парни, которые меня привезли, помогли с машиной, со всеми организацией и как бы с ними в гонку. Я на «Чайке» в прошлом году проехал просто тренировочный заезд. Мне парни дали местные машины поездить. Я кайфанул и решил, что в следующем году обязательно приеду. В целом, своими парными заездами доволен. Бывает, что до финала дошел, как бы заездов красивых не было. Сегодня были красивые заезды, поэтому всем спасибо, Киеву спасибо. Украина, как всегда, встречает от души. Подарок тебе привез, пойдем. Футболочка с NGKC. С ума сойти! Все, я буду носить ее.